Москве приводят в порядок территорию перед Киевским вокзалом. Специалисты Гормоста моют фонтан «Похищение Европы». Такая работа занимает примерно 12 часов. Нужно почистить 18-метровую конструкцию из стальных труб и чаши, на которых она установлена. Рядом идет промывка пешеходного моста Богдана Хмельницкого. Копоть и грязь убирают с помощью убирают с опоры и стеклянных стен. Рабочим предстоит пройти около 200 метров над Москвой-рекой.